Пасифика Маунтин Кинга в иллюзии поворот на 180 градусов? И в чем прикол это? Или у противника иллюзии? Если у противника иллюзии на 180 градусов, это жестко. С каким-нибудь Бутрайдером вообще они поворачиваться тяжко будут прям. Хотя хуй его знает. Мега важный. Блять, как меня заебали эти Рикимару. Это просто жесть. Резоль сам говорил, что в СНГ хочет. Ну, хз. Это он говорил после инта? Это очень важный момент. Так, танго мне, наверное, не дадут. Хотя попробуем. Тут танго, сплиз. Дашь аппаратик? Well played. Если следующую руну отожмем, можно будет фласочку еще прикупить. Для пущего хила. Давно стрим начался? Я не знаю, потому что он у меня падал несколько раз. Часик, может быть. Может, больше уже. Какое место у ЕГЭ? Третье? Как тебе новый состав ВП? Более-менее, есть потенциал и перспективы точно. Он раньше говорил, что в СНГ хочет, но если он после инта этого не говорил, значит, ребят, вряд ли он поедет в СНГ сейчас. Чтоб два инта, 100% инвайт на мажор, на первые. Я очень сомневаюсь, что он хочет в СНГ сейчас. Мипарь, Сандкинг, инвокер, ёбнешься мне. Мипарь на миде. Окей. Еще и, блядь, потный какой-то мипарь. Армированный. 5 армора достаточно много. Дай мне крипов, брат. Use your fucking dagger, you fucking scum. Holy shit! Fucking degenerate. Degenerate? Ёбаный рот. Fucking DJ. Так, нести фласку себе или нет? Потому что я сейчас танго скушаю, если меня нахарасит, будет плохо. Как думаешь, через сколько бабки сента дадут им? Я думаю, месяц, может, чуть больше. Да ёб твою мать. А, он еще и с Пурманом, я думаю, что за хуйня? Надо харасить с пельчиками тогда. Окей, несем фласку тогда. Принесли фласку. У меня эта ебаная мышь стоит на миде. Ждет ботл мой, блять. Ладно. Окей. Бля, против меня потных начали давать. У меня, блядь, Рики в миде стоит. Мипа стоит вроде неплохой, судя по всему. Окей. У меня ЛЦ в кустах. Окей.
Она уебывает. Сейчас опять Рикимару припиздит, и будет все плохо. А ботла еще до сих пор нету. Если я сейчас закину еще раз до ботла, будет вообще пиздец. Давай нехуево прям. Так, сейчас надо прям очень осторожно, потому что Рики на карте нигде нету. Второй мипарь прилетает, и мне пизда. Потому что там один целый. Не буду пока подходить. Почитать твиттер, да? Нахуй оно мне надо, гайс? Ну нету его, так нету. Ну если в СНГ переходит, то дай бог ему здоровья. Если считаешь, что так лучше, но я не думаю, что в СНГ лучше будет. Думаю, наоборот, что будет хуже. Шестой бы взять, да, до ДДшечки и тапки. Хуя ты помощник, блядь. Типчик уже шестой. За счет Килыча одного. Бля, был бы Focus Fire, задайвил бы. Сейчас нет смысла. Да, не возьму я шестой. Hey, degenerates, why am I solo top? Where is our fucking Pudge? Is he feeding somewhere? Надо руну взять. Бля, там Свен соло, да, стоит? Прям фрифаром. Пачек, ну мы с тобой его не ёбнем же. Это фит-фест будет. Бля, ну мы Свена тоже под варкраем не убьем, там просто, блядь, по 10 дэймэджа будет не улететь. То есть он не захотел нападать, когда я подошел. Странный путь. It's easy fucking kill. It was easy fucking kill if you weren't such a fucking degenerate. You know? Путь пошел на топ. Могли мипа убить. У нас в кустах еще кто-то гибнет там. По грусти дикой. Убили они его? Да, должны взять. Но с потерями. С небольшими, но потерями. Ясно. Бля, если бы сейчас привязал, хоть даже с первым шейком, я все равно бы его убил под повершот. Уебывать отсюда. Мипаря все неплохо будет, там травела. Он уверенно все делает. Пизда легионочки. Experience! It's a fucking free kill. Я просто, сука, тебя считал, тварь, я видел, как ты бежишь. Я считал твой МС в голове, уёбок.
На свидули, брат. Есть помощь? Hello, fucking dude! Ясно. Окей. DSZTV. Я не знаю, вроде правильно никнейм прочитал. Спасибо большое, парень, за подписку. Добро пожаловать на стрим. Думал, это наш путч. Нормально. О, медасик подальше теперь, да, отодвинулся. Ничего, бывает. Теперь путч стоит на миде. Теперь это путжа мид. Просто, блядь, об трупа привязала. С первым шиклом мы работать точно не сможем нормально. Это прискорбно. Второй шейкл уже посимпатичнее выглядит. Красава пуч. Нашел, выебал. Привет, Альберт, здорово. Жарабас. Гори, гори, гори. Хук him, хук him. No kill, then what? Братик, ну... Это пиздец, конечно. Не, шейкал еще когда. Дайте пройти. Они меня видят, да? Мне пизда. Это просто ужас. Почему за меня такой, блядь, сука, вонючий мусор играет, блядь, а против меня жесткие типы? Ну что за говно? Ну серьезно, 8-2 рики, блядь, за 10 минут. 0-5 легион, блядь. Ладно. Бля, аппарат еще тоже пизды дадут сейчас. Бля, этот аппарат пассивки умер. Тут еще и Рики Мартин. До свидули. Кто-то будет ТП сюда делать, нет? Некому ТП сюда даже делать. Ширья! К сожалению. Дратучи, Аубер. Гусорнул, по какому поводу новый аккаунт делаешь? И еще всегда мечтал сделать так. Я собака, ты собака, он собака, она собака, мы собакаки, Альберт не собака, работяги собакаки. Спасибо большое. Ты еще подписался? DSSZTV. Господи, как же никнейм твой сложно произносится. Возможно, я что-то неправильно делаю своим никнеймом, но... Как бы там ни было, спасибо большое, парень, за поддержку. Дай бог здоровья. Раз мечтал, то мечта твоя сбылась. Иби инвокера, братик. Надо было на инвокера поворачивать. Ёб твою мать, что за боль? Алло. Это вообще законно, блядь? Что за дэмэдж? Он меня сейчас съест, нахуй. Да, он за мной бежит. Ебать, просто Яша, блядь! 500 ДПСа. Типчик нанес. Яша, ПТ, квилка. 12 минут. Нормально, 11-2. Просто как-то пиздец, отвечаю. Ну, что это за хуйня? Проставщик какой-то брать, ладно. Мы тут нихуя дамажить не будем, судя по всему. Тут из подсеток бы уехать еще.
Свайчик Free Farm. До свидули, ЛЦ. Беспонтовый кусок дерьма. Бля, может Пуджи кого-то дернет, ладно, надо с Пуджом работать. Там вот под виженом вполне возможно стоит. В Рике палец стоит. Хотя если бы в Рике палил, они бы уже сейчас прибежали и оторвали бы ему ебало. Что хули там одного Пуджа пиздить 8 левела. Пока не буду палиться. Сожри его. Ладно, все равно до конца буду потеть. Хуй знает. Все эти стрики, они рентабельны по-прежнему. Это очевидно было то, что его Рики подстрижет. Блять, я не успел гриф нажать. Юзай даст. Ну даст же, нажми. Experience! Фримантос, ресап 3 месяца, спасибо, братиш. Добро пожаловать снова. Привет, брат, давно тебя не видел. Ну да, я относительно давненько не стримил. Ну хотя как, позавчера я стримил точно. Ты, возможно, отсутствовал в этот момент. Все ясно. Топ вейрин, блядь, in the world. Брат, ну дерни его. Ясно. Все, все понятно. Найс хук, ебать, по бегущему Санкингу, который бежит просто к точке туда, блядь. Ну это же очевидно. Ну как так, сука, хукшот можно кинуть? Ну пожалуйста, блядь, парень, заиграйте кто-нибудь со мной вместе. Хотя я такие шейклы кидаю, о чем тут говорить можно. Варды тоже никто не хочет покупать. Ладно, форстав соберу, буду вардить. Хули еще делать тут? На кого бы хотел Аркану, кроме финалистов? На ВР-ку. ВР-ка была в голосовании, но там что-то не пошло у нее. Сенчин Яшка. Хорошо. Рики соло килл. Ну а что ты хочешь? Типа нехуёвый такой моментик есть. Такой моментик, что у него 13 киллов на 15-й минуте. Практически фраг минуту делал. Рики, походу, пошел кого-то еще искать. Минвокер, здравствуйте. 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 Ребята, все здесь. Все здесь. Хорошо. Нет, пизда, Ускас. Уезжал просто, я не мог тебя смотреть. Вот, собственно, теперь все стало на круги свои. Понял, Фримонтос, понял. Хорошая дуэлька, хорошая. Пуджик по дурной горением не может просто, блядь, даже пошевелиться под колдснэпчиком. Не, просто ебля старых дедов. Что, парад будем откидываться с тобой, братик? Давай. Давай покидаем по варшоты, по мипа. Может быть, мы его просадим на 10-м по варшоте? Блять, ну тебя нахуй, я пошел отсюда. Не, я не пошел, походу. Больно, так как. Кто-то подойдет сюда, нет? Ладно, до свидули, мипа. До свидули. Байбэк. Хорошо. Байбэк, фальсец. Все ясно. В
Рики Мартин в миде. Ты заберешь иллюзии, конечно же, да. Рассчитывать на что-то другое не стоит. Это, в принципе, ожидаемо от лесных героев. Есть типы, я не спорю, есть нормально, там в кустах стоят. Ну, мне Рики ебет теперь в Ачекало. Все неплохо у пацана. Я не пойду на базу. Прям в пизду тебя. Брат, меня там только что убивали, зачем ты туда вернулся? Пуджик закинул бибуф в огород, хорошо. Мне пизда. Мама, мне пизда. Или нет? Вон, меня отпустили? Хорошо, спасибо, Мипа, дай бог здоровья. Выблядок. No name. No name. Не, брат, меня подожди. Дай пофармить. Обожди. Хуя ты жирный, жесткий. Не сегодня. Укусил чуть-чуть просто за ляжку. Так. Мразь тупая, блядь. Что за жесть? Почему вы со мной играете? Ну, сериусли. Ладно. Где Audi TT? Накопил? Нет, я просто убрал Donation Goal. Я все так же собираю, но убрал пока что. Убей нахуй этого мипа! Ладно, там не догнать молодого. Этого мипа уже не догнать. Так, нам нужен агонимый мейлшторм какой-то, я хуй знает. По-другому тут не взять, походу, эту катку. Не, его не догоняю вообще. Даже под вексом заебись бегает. Свидули. Ты что, тварь, делаешь, блядь, ублюдский нахуй? Просто выблядок, блядь. Ну, стань ФК, просто стой. Ну, нахуй ты руинишь еще, блядь, этими курьерами. Ну, ёбаная ты мышь, блядь, в абрикосах. Ладно. Пять русских убили, четырех пиндосов Алика, ну... Да. Тип считает, что я виноват из-за того, что я пикнул мид, а он не пикнул мид, и как бы он пошел в кусты на ЛЦ. Насосался там хуев. Вот и вся катка. Надо нисать и дефить. Нашли кого-то. Здорово. Здорово, братик. Опа, еще молодой. Эйс даст? Не, туда даст, а? Хорошо! А есть убежать? Спасибо.
то все так неплохо начало складываться. Приморозило. Это ВХС? Не знаю. Верно. Хотя я не знаю, что такое ВХС. Я не буду говорить и не пиздеть, что это такое. А Легиончик-то в инвиз уходит. Не дремлет парень. Попутный ветер мне в спину, блять. Крейсер мне в бухту еще, скажи, блять. О, здравствуйте. Ух ты, блять. Боль-то какая. Мама! Господи, Иисусе, не надо! Заткнись! Блять, ну это жесть. Я не могу бороться со столькими прям невзгодами, случившимися со мной в этой игре. Инвокеры в инвизии, Санкинги, выпрыгивающий Мипа, неплохо себя чувствующий Рикимару, 13-3 на 10 минуте или на 13-й. Сори, конечно, но это сложно. Нога в колесе, привет. О, Мипа умер. Без байбека. Без байбека. Это шансик. Хотя шучу, какой нахуй шансик. Тут пизда лоскас. Это акс нуля, да. Это акс нуля. Тварь на фантомке. Бля, если мы каким-то чудом выиграем, типу просто, блядь, будет очень обидно. Отвечаю, что он тварь. По-любому досада до таких людей даже доходит все равно. Бля, ты его съешь? Оу. Second time, second time, second time, guys, second time! Хорошо. Намазали молодого. Да, у нас есть курьер. Блять, ну он его сейчас он его фиданет. Это вообще будет провал. Если он его фиданет, я останусь без агонима, и нам вообще тут нехуй ловить будет. Слава богу. Игра настолько мразь, что я даже курьеру не доверяю, блять. Так, ну что теперь? БКБшку, может быть, собрать? Давайте БКБшку. Чтобы хоть танчить, под фокус-файером хуярить в один таргет. Ну, тут тварь бегает. С гемом. Вечер хату, и тебе, парень. И тебе. Решили Мипа подождать, поняли, что вы в какашечках? Да? Чё-то ты приуныл чутка. Раньше тебя смотреть было повеселее. Что случилось? Может, да нет. Я просто с утра сижу. Почему я приуныл? Ну и катка мне не нравится так в доту катать, когда вообще полный какой-то пиздец происходит. Но я обещал не гореть на этом аккаунте, но все равно. Немного не складывается в голове вот эта вся хуйня. Это иллюзия была у Санкинга или куда он делся? Кого тавер пушить? Надо вышечку брать. Пока не буду тратить. Может байбек потратится. Рашим КБ ики. Угу. Понятно.
Надеюсь, этот тип не понимает английский, хотя МКБ слово сложновато не заметить. Не надо подсказывать, он так себя неплохо чувствует. Ну, аппарата гоним уже. Пол победы есть. Найс, сетка. Найс, троллямба. Опачки, Сан Кинг присел со стриком, да? 734 голдюни, хорошо. Ха-ха, пауза. Присели. Присели. Дред без стрима уже 6600 ПТС поднял. Ну, красавчик. Я же говорю, без стрима нормально на мейне идет. На стриме вообще невозможно играть. Это полный пиздец начинается. Свой профиль игры? Не, я специально все позакрывал. Закрой ебало пока что. Я тебя потом размучу, когда мы будем побеждать, пес. Если будем. Хочу посмотреть на твое удивленное ебало. Так, Бикабюня есть уже почти. Хорошие новости. Хуёво, что у меня даггера, конечно, нет. Ну да ладно, я все равно в сейф уходил. Для сурстафа здесь было крайне трудно. Чигем надо будет выбивать как-то с инвокера. Потому что он явно мешает нам. Вот он и инвокер. Две мыши ебаные. Блять, минута, это пизда. Доброе утро, привет. MyMimer 7900. Ты в натуре 7900, парень? Или это просто никнейм такой? Пуэрчик, привет. Да, но аппарат все неплохо делает. Я не знаю, что у него там. Спай не пошло, пообиделся. Может быть, потому что он выблядок. Это ладно, размутим. Мне интересно, что он пишет. Арчибальда, привет. ВХС это скилл брекет на дотабафе. Значит, я правильно понял. Я не знаю, я не чекаю дотабаф. Но против меня реально неплохие ребята играют. Это можно было заметить. А за меня прям просто ебаный трэш. Я не говорю про аппарат, а аппарат неплох. Вот это вот па, это чистый выблядок какой-то. Он же не понимает, что за него там денег уже нихуя не дают, что эти 200 голды просто уже ни в пизду, ни в красную армию. Но он все равно бегает, видит. Я, в принципе, с такой хуйней побежал, но у меня получше дела просто были. Сейчас крайне трудно будет. Мипа выкинули, да? Ну вот, кстати, без мипа у нас шансы уравнялись. Не, шансов нету. Сори, конечно. Не, мне надо было иметь БКБ к этому моменту. Да я закинул до этого и сейчас еще умер. Это плохо. Акбайер? Это же не в ММРе, долбоёб, о чем ты разговариваешь? Какой нахуй Акбайер, блядь? В пиджаке, что ли, сидишь? Да, конечно, в пиджаке. Ты что, ебануты летом сидеть дома в пиджаке? Мурзик, привет. Ты почти, братан, почти убил его, почти, блядь, почти, нахуй! Инвокер теперь 18 дэмэджа еще имеет. Там МКБ еще, да. Шансов крайне мало. Наши шансы меркнут.
Бля, подождите меня, только не умирайте сейчас еще. Не умирайте, ждите. Go there. Дернешь его? Ну дергай. Блять, братан, у тебя линза, ты уже мог два раза дернуть. Ладно. Ебать ты, царь! Хорош. Хорош! Пиджер вся пухлая. Ну ладно, на. Тейк. Господи, на. На одну сторону похуй. Берем Мейлшторм. Делаем грязь. Да фить, правда, не так удобно. А хули ты фармишь? Иди фить, блядь, дальше, тварь. Так, крики на боте, окей. Можно тавр, кстати, попробовать забрать. Хотя, блядь, этих крипов полгода убиваю. Не, еще и без ТП. У Рики есть ТП? Блядь, не успел посмотреть. Мне бы ТП хорошо иметь, потому что я вроде как должен спокойно улетать отсюда. Хотя, если МКБ срабатывает, я не улетаю. Сука, крип. Не тот ракурс, братик. Не тот ракурс. Что, с Вейна может попробуем ёбнуть? Он без МКБ? Я надеюсь. Ты же не самый богатый Свен в этой игре, правильно? Так, где ЛЦ у нас погиб?